Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша, это видео про покупки. Давно не было этого формата на моем канале, поэтому я надеюсь, вы счастливы так же, как и я. Мой микрофон пока что не со мной, но я надеюсь, что это вас не будет сильно отвлекать. В это видео я решила добавить не все свои покупки за последнее время, потому что их было, ну, достаточно много. Кое-где это были замены моим текущим вещам, которые в гардеробе устарели. Получилось бы очень объемное видео, если бы я добавила все. Многое вы видели во влоге из Турции, из моих покупок. Многое вы видели в соцсети с картинками, поэтому я решила, что добавлю то, что купила вот прям вот впритык к этому видео. И, ну, мне кажется, это будет наиболее актуально. Все артикулы, а также мои обмеры, ссылка на Telegram вы можете найти в инфобоксе. Заглядывайте и давайте начинать. Кстати, сейчас в связи с закрытием, боже мой, такое солнце впервые за 100 лет, в связи с закрытием приходом брендов H&M Group из России, да, сейчас большая распродажа, я думаю, все в курсе, и поэтому, да, что-то еще можно найти, но кажется, когда это видео выйдет, уже будет прям совсем либо минимально, либо уже все закроют, вот, поэтому давайте не будем сильно переживать на этот счет, да, я думаю, что все купили все, что хотели, и плюс ко всему, наверное, стоит сказать, что в такое время, когда очень много всего падает на распродажу и есть соблазн, ну, купить всего, самое главное не брать про запас, потому что, скорее всего, вам ничего не пригодится из того, что вы наберете сверх того, что вы носите, вот, поэтому я рекомендовала бы всегда брать либо то, что вот прям базовое, и вы это носите, и точно будете носить, либо это какие-то замены текущих вещей, которые у вас уже, допустим, устарели, ну, либо это прям что-то сверх неординарное, что вы сейчас можете носить, вот, поэтому как-то так. Я тоже придерживалась этим правилам, поэтому брала исключительно то, что буду носить, либо это вещи для меня базовые, и, соответственно, давайте сегодня про них поговорим. Первое, с чего хотелось бы начать, это такой топ, вы скажете, очень базовый, но на самом деле для меня такие вещи достаточно базовые. Я люблю топы, которые имеют какую-то небольшую изюминку, топы с длинными рукавами, и в данном случае это такие рукава, крупная ребристая ткань. И этот топ, это H&M в размере XL. Я, кстати, такой топ примеряла летом, но в зеленом оттенке. Они как раз висели черно-зеленые в большом количестве, естественно, когда я брала. Но зеленый просто это не мой цвет. Я знаю, что я буду минимально его носить, поэтому тогда не взяла. А вот черный — это точно то, что я буду носить с большим удовольствием. И на мне еще джинсы Monki. Monki никогда не брала джинсы, и мне казалось, что мне там, если честно, просто не мои лекала, потому что я сколько мерила, не нравилось. Но какое-то время назад написала подписчица, что сейчас Monki открылись, может быть, там что-то из джинс порекомендуете, может быть, сами что-то берете. А я ничего там не брала за последнее время. И такая говорю, нет, там нет моих лекал. Случайным образом я туда зашла и нашла прекрасные джинсы. Ну, это, получается, мом джинсы на высокой талии. Я взяла на размер больше, чем, наверное, стоило, но мне как раз-таки так и комфортно. Есть обувь, которую я приобрела в Аркет. Это такие Челси. Я, кстати говоря, ходила и искала Челси себе черные, потому что те, которые у меня есть, там очень много вопросов. Не хотелось на шнуровке, не хотелось супер трендовые, хотелось вот классические такие Челси, но в итоге все равно взяла немножечко, скажем так, обувь в тренде. И сами по себе они массивные, но, знаете, не настолько массивные, насколько я примеряла другие. Самое главное, что они были удобные. Я их взяла в 41 размере, о чем не жалею. Очень комфортные, удачные. Вот, поэтому я очень счастлива. Told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily, it's how I pass time, no opinions safely, it's how I understand what I want in this place, see, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Jumper cost, я купил уже всего того, что покажу прям раньше всего. И это точно такой же джемпер, как у меня есть, молочного цвета, только черного. Он был с 50% скидкой. Я вообще каким-то чудом его купила. Это кашемир, 100% кашемировый джемпер. И он мне очень нравится. Но он такой же формата, как молочный, который мне подарила Жанна. Прямого кроя, удлиненный, комфортный, мягкий, отличный вообще просто. Я уже молочный поносила достаточное количество раз, с ним все в порядке. Но единственное, что он
от верхней одежды подскатывается в рукавах, поэтому ну, машинка для катушек – это вообще must-have. Если у вас нет и вы постоянно жалуетесь на катушки, то это, естественно, только ваша проблема, потому что во многих вещах, особенно шерстяных тканей, часто образовываются катушки. Это неизбежность. Вот, поэтому купите машинку, и будет вам счастье. Мне кажется, что именно фасон такого джемпера – это прям самый актуальный, который будет еще долго актуальным быть. Поэтому это хорошая, в общем-то, инвестиция в гардероб, да? Если мы так еще говорим. Mm-hmm. Еще два лота из кос – это платье, которое недавно приобрела. Оно такое, как получается, трикотажное. Их было миллиард штук, поэтому я, в общем-то, взяла. Довольна, мне очень нравится силуэт. Здесь тяжелая ткань. Несмотря на облегающую крой, смотрится, мне кажется, отлично. Платье мне очень понравилось. Я его предполагаю носить с джемпером поверх, с кардиганом. Вариаций, на самом деле, немного. Ну, понятно, жакет можно надеть. То есть, в принципе, все верха, которые подходят. Это, знаете, можно сказать, такая осенняя и зимняя альтернатива платью, атласному платью, либо платью в бельевом стиле, как угодно. Потому что многие боятся носить платье в бельевом стиле зимой, им холодно. Единственное, что я бы его, может быть, не хранила бы так, на вешалке, потому что она немножко вытягивается, а именно клала, как рекомендую хранить и джемпера. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Кардиган от Кос. Тоже схватила его вместе с платьем. Я, кстати говоря, оба лота брала немерие, потому что мне, в общем-то, показалось, что я и так все поняла. Вот джемпер такой облегающего кроя, он относительно укороченный, он из тонкого, ну, получается, трикотажа, такой интересный, на мой взгляд, силуэт. Я вообще смотрела на этот кардиган изначально, когда он висел просто без скидок. Мне почему-то очень понравилось, потому что мне захотелось какой-то такой, знаете, чуть-чуть более облегающий силуэт. Мне иногда хочется прям супер оверсайз, иногда наоборот облегающий. В общем, зачем носить его? Это, знаете, главное выбрать такой достаточно комфортный для вас современный вариант, потому что, мне кажется, вот такой вариант, он относительно классический, но при этом современный, поэтому с ним будет комфортно многие вариации поверх платья, поверх футболки, да, какой-то не очень объемный поверх топа. Но, по сути, это, знаете, не верхний слой, а больше как нижний слой. Да, но здесь, конечно, очень глубокий вырез для этих дел, но в любом случае мне он очень понравился. Из тоже последнего в Аркете я купила шапку. Вообще, я терпеть не могу ни шапки, ни зиму, ни вот это все, потому что это меня вгоняет в тоску. Я не знаю, почему все любят зиму, потому что, говоря про какой-то снежок и рождественское настроение, но это буквально пару недель, а потом мы все окунаемся в эту бесконечную грязь и серость. Вот, вот такой я, значит, циник, и ноль позитива в этом вижу. Здесь не испорчу настроение. Вот эта шапка One Size, шерстяная, кстати говоря, она вот так управляется тоже. Не знаю, насколько стоит показывать шапку, потому что они не прям вам не идут, ну, в общем, что делать, я покажу на себе. Это вторая шапка за много лет, которую я приобрела, потому... и, слава богу, в Аркет была такая шапка, она, знаете, такая удлиненная. Это шапочка Бини, и они бывают разного формата. Здесь крупная вязка, что плюс, она не колючая, тоже плюс, и она достаточно длинная в этой части. Конечно, стоит рассказать про этот шарф, который мне Ян подарил. Он был не на сейле. Я искала себе черный шарф, у меня нет прям такого полноценного. Двухсторонний шарф,
Он шерстяной, по-моему. Здесь такая этикетка в стиле Acne Studios, хотя, мне кажется, Кос тоже давно делает подобные шарфы. С одной стороны такой песочный, но с другой стороны черный, такой немножко ворсистый. Рекомендую смотреть всегда шарф-шапку не комплектом, да, но если комплектом, то может быть ничего страшного, но я не очень люблю такой, но близкий по оттенкам, либо близкий по дизайну. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм, естественно, и подписывайтесь на соцсети с картинками, потому что там, конечно, больше всего и раньше всего появляется вся информация, которую я вам потом могу показать в видео. Вот. А я всех обнимаю и пока-пока.